Не такой веселый праздник, как обычно. В Великобритании отмечают день рождения королевы. Почему в традиционные торжества внесли коррективы, знает Оксана Кундеренко. Верная примета. Раз дорогу к Букингемскому дворцу украсили флагами, жди праздника. А именно дня рождения, который отмечают не в конкретный день, а в третью субботу июня. Причем небезызвестная виновница торжества на самом деле родилась в другой день. Ее Величество Елизавета II отпраздновала 91-й день рождения в апреле. Но по традиции все торжества и народные гулянья запланированы на лето, когда погода хорошая и туристический сезон в разгаре. Конный парад в жаркий летний день стал настоящим испытанием для почетного караула. Несколько гвардейцев в полной экипировке потеряли сознание на 30-градусной жаре, и их пришлось уносить на носилках. Не обошлось и без минуты молчания в память о погибших в страшном лондонском пожаре. 30 жертв официально опознаны, еще 58 считаются пропавшими без вести. Накануне королевская семья пообщалась с ранеными в больницах, волонтерами в центрах помощи пострадавшим и пожарными, которые боролись с огнем в высотке. Вы очень сильны как община, вы невероятно много сделали для помощи пострадавшим. Совсем рядом с местом праздничного парада, буквально в квартале, возле офиса премьер-министра на Даунинг-стрит, разъяренные протестующие требовали справедливого расследования трагедии и поиска ответственных. Очевидно, что ответственность лежит на тех, кто решил урезать финансирование, чтобы подешевле отремонтировать здание. Явно, что все было сделано тяп-ляп. Против такого нужно выходить на протесты. Несмотря на праздничную атмосферу, авиационный парад, улыбки и цветы, страна погрузилась в мрачное настроение. Так написала королева в заявлении перед своим официальным днем рождения. Еще она приурочила к этому дню государственную награду посмертно для офицера полиции Кита Палмера. Он погиб от рук террориста у здания парламента. На Соединенное Королевство в последнее время свалились серьезные испытания. И страна с вековыми традициями вынуждена подстраиваться под суровые реалии. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».